Я хочу поздравить устроителей и гостей. Это большое дело в третий раз собраться. Кино – это искусство храмовое. И храмовое сознание, которое свойственно славянам, может на этом фестивале получить еще одну возможность быть вместе. Вне зависимости от того, как мы относимся друг к другу, когда горит свет. Когда гаснет свет, мы все обращены в одну сторону. Я желаю всего доброго всем. Я хотел бы сказать, что для меня очень волнительное вот мое участие в этом составе жюри, потому что я тоже родом из русского зарубежья, и мне не безразлично, как сегодня в отечестве нашем пойдут дела вот в отношении сближения, в отношении единения двух России в одно целое, особенно сегодня, когда на родине происходят столь существенные перемены. Я надеюсь, что наш фестиваль будет серьезной заслонкой для потока этой жижи. Будем надеяться, и успехов всем участникам фестиваля. Дамы и господа, третий международный кинофестиваль «Русское зарубежье» открыт.